Всем привет! Сейчас в Лазаревске наступает замечательная пора, когда цветет глициния. И я вам хочу уже показать. Этот процесс у нас пошел полным ходом варки. Вот вы видели, зашел я в комнату лилия. И здесь уже можно наблюдать и даже ощущать аромат цветения глицинии. Ну, возможно, мне надо будет в следующий раз просто взять с собой палочку, выручалочку, и с ее помощью осуществлять съемку. Тут достаточно обильное цветение, вот прям вот весь, вся ветка, вот вся цветет. И до соседнего балкончика. Вот такая вот красота. Не знаю, как я вам смогу ее показать, передать. Тут еще не распустившиеся бутончики, но видите сами, сколько их много. Пожалуй, возьму палочку. Ну, наверное, не сегодня уже, завтра, послезавтра, когда будет вообще прям вах, как цвести. А вот напротив, там вон глициния, еще только бутончики формируются. Маленькие. Так что, видите, все по-разному. Листвы нет, а цветов полным-полно. И, кстати, ароматик такой приятный стоит от нее. Как-то раньше я особо не обращал внимания. Так что как-то так. Ой, тут зеркала же везде. Скоро эту комнату займут, просто у меня не будет возможности вам показывать. Кстати, мне сказали, что я плохо снимаю комнаты. Тут у нас давеча одна барышня-блогер проживала. За нарушение правил съехала. И вот говорит, что я их плохо снимаю. Незадачка, но она уже профессионал, наверное. Снимет где-нибудь в другом номере, наверняка. В другой гостинице. Но это так, к слову. В общем, всем пока.